Всем привет! Вы на канале «Насос Америки». Серёжа, надо показать карточку. Как? Карточку надо взять. Сейчас покажем. Your life, маска, it's my life. Короче, сегодня мы снова идем в Sam's Club. У нас все затащит. Сменились у нас приоритеты. Ну, короче, продолжим в магазине. Все у нас, в общем, сломалось. Раньше мы начинали с Костка. Теперь мы начинаем с Sam's Club. И в прошлый раз мы мне в Костку... Мне надо противогаз. Почему? Может, не дышалось бы легче. Ну, там же эти штуки. Будем делать? Блин. В прошлый раз мы даже не попали. Давай возьмем, а вдруг эту буду давать. Полоскалку какую-то. Сейчас мы в фрикиоск залезем, вон там, за какой-то рекламой. А потом продолжим. В общем, в прошлый раз мы в Костку не попали даже вообще, потому что когда увидели очередь, стоящую туда на вход, решили, что не сильно нам и хотелось. Ну, это прям безумие какое-то, стоять по часу, чтобы зайти в магазин. Зай, ну там не на час, ну, Зай, ну откуда минут на 20, не меньше. Ну, час уже, ладно, час уже это много, не перегибай. Ой, давай Саше пижамку купим. Ой, давай не будем покупать, он уже в эту пижамку, кстати, и не влезет. Ага. Маришка все думает, что Саша у нас маленький. А Саша уже одел Антошины майки, блин, и сказал, что будет их носить. А Антоша уже, походу, мои начинает одевать. В общем, дети растут. Ну что, ой, матрасы вон. Ой, надо по 300-400 долларов. Сок апельсиновый? Угу. Ну все, сейчас, короче, идем, начинаем собирать продукты по списку. Вон, я вижу, уже клубника по 2,96. Зай, только надо одну брать, одну, потому что опять да. Выбросить. Да, они ее морозят, заразы, и она два дня не лежит. Если два дня лежит коробка, то из нее половина уходит в раковину. Вот, ну что, сок. Сок. Сереж, да, у нас сок 5,48 был или 5,28? А большая сметанка? Сметанка? Как хочешь. Как хочешь. Я творог возьму, да. Бери творог. А сметанку не бери, наверное. Творог получается 4,74 вот за эту банку. Что Маришка несет. Нет, молоко не берем. Зай, сметану мы, наверное, в Walmart купим. Маленькую, нет, если захотим. Яйцо будем брать? Нет, есть. Кофе не нужно, да? Для кофе не нужно. А что там? Не, не нужно, у нас есть еще полное это самое. В общем, у нас такая проблема случилась, что не съедаем большую банку сметаны. Прям проблема. Сил не хватает. Она стоит и постоянно где-то треть или четверть приходится выбрасывать. Поэтому мы решили перейти на маленькую баночку. А маленькую можно купить либо в Walmart, либо в Smart & Final. Ну, короче, в каком-то таком магазине, не в этом. В этом все большие банки. Что еще? Потому что вы слишком мало едите. Да. Потому что салаты мы едим на масле или с лимонным соком. На сметане не едим. У нас сметана куда идет? Либо в борщ, там в суп какой-то, либо... Ну, я иногда люблю сметану. Раз в полгода с этими сырниками. Ну, очень редко. Ладно, овощи, Верх. Фрукты. Чтоб не вяли. Они не вянут, они в чем-то. Да нет, они и вянут, они становятся морщинистые. Не, 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 нарушают я это видно. Самое. Что, хорошие? Да. Я сам возьму, зай. Маленькие. Детские. Это детские или это не все детские? Нет, они все наши. Другие? Точно. Давай с больших начнем. Большие по 3,78. Наверное, ничего не подорожало, да? Снизу. Плохие. Давай я сниму тебе коробку какую-нибудь. Вот сюда залазь, смотри, никто не лазит. Но я все равно только две буду брать. Да. В прошлый раз мы взяли три, а они... Олег, а снизу пересмотри, пожалуйста. Да нормально. Давай я поставь вот эти. Сейчас еще будем... Давай, бери огурцы большие. По 2,64 за 3 огурца. Они каждый отдельный, еще потом 3 вместе спакованы. Так, и детские. Угу. Детские по 3,48 за 2 ЛБ. На них сегодня скидка 35 центов.
Мне кажется, что они какие-то немножко подгонявшие. Нет, они нормальные, но они уже такие холодные, Серёжа. Уже холодные? Да, и там что, прибраться решили? Блин! Один, короче, да? Это... Коктейльные помидоры. Так, и детские по 5,48. Снизу посмотрела, Изек? Брокколи-шмок или, может, зацепим? Короче, брокколи берем пакет. А это калифлауэр цена. А где на брокколи 3,48, да? Зай, смотри, если желтое, не будем брать. Мы должны посмотреть их. Короче, брокколи взяли, но брокколи... Ну, в общем, вот такая брокколи. Она вроде зеленая, но вроде немножко такая... желтенько, поэтому мы из нее смузи за 2-3 дня съедим, да, и в салат. Что там еще? Решили взять еще один сельдерейчик, 2,92 за три куста. Зеленый, не нравится, он такой конский, зайка, если другого тонкого нету, сейчас я посмотрю. Нашли вот такой хороший зеленый сельдерейчик, и вот с этой девушкой, которая тачку большую толкает, она нас пускала, мы ее... Сереж, авокадо будем брать? Авокадо будем брать. А что у нас, да, с авокадо? Ну, там есть, но они такие. Короче, то все не шли, то все пошли. В общем, посмеялись с ней. 4,78 за 5 штук авокадо подешевел. Да, ну, нам нужна одна связка, одна. И самая твердая. Ну, так вот, смотри, зеленая вообще не коричневая. А у нас там много коричневых? Да. Да? Ну, все, одну взяли. Идем за клубникой. И ты хочешь киви взять, обязательно. Зай, я хочу киви. Здесь хорошо их едят, бери. Хочешь зеленые, хочешь желтые, какие есть. Грин или голд? Я не знаю. Это голд. А грин, наверное, зайка, вот зеленый. Вот. Да? Ну вот, бери, хорошо. 3,98, 2 ЛБ. Пойдем виноградик возьмем. Пойдем. И, наверное, бананы здесь возьмем. Что ты говоришь, виноград? Блюбери будешь брать? Ну, давай. 3,88. Это получается паунд 18. Вот это мне вообще не нравится. Да, не знаю. Наверное, не будем за это. Не-не-не. Не будем брать, точно. Будем брать клубник. Так я вижу, они какие-то вообще подгулявшие. Блюбери сегодня не берем. Пришло это. Это уже все смотрели до нас. Ну, хорошая, да? Ну, давай. Ну, блин, так хочется две взять. Давай возьмем две и сегодня одну съедим. Зай. Не съедим? Хочу две. Не, ну, честно, одну съедим и одну завтра. Давай, Зай. Только ты выбери, ты вот хорошо взял. Вот эту же и возьмем, да? Давай вот эту. Мне так мало хвостиков почему? Да, бананы, хорошая цена. Берем виноград. Блин, какой он тяжелый. Ёлки-палки, так плотно он набит. 3 паунда за 5 долларов 32 цента. И идем за бананами. Бананы какие-то все зеленые совсем. Да, они созреют. Мы положим их с яблоками, со всей шляпой. И сейчас выберем. Короче, цена на них очень хорошая. $1.28 за 3 ЛБ. Надо брать такие вот зеленые бананы. Но я думаю, они быстро созреют. Сереж, лимоны. А, лимоны, точно, лимонов нету. Нам надо... Я пойду схожу сам, ты тут постой. Зайка, и мандаринки, смотри, хорошие. Не хочешь? Не нравятся они тебе? Короче, берем лимоны. 3,12 за 3 ЛБ. Лимоны без изменений. Сейчас вот возьму любую сетку и все. Я две сетки возьму. Потому что уходят они быстро. А сетка совсем маленькая. Ты решилась?
Давай, может, я подниму коробку, и ты там еще пороешь? А то эти уже все порыли. Хорошие? Я взял 10, Зай, посмотри, вроде же хорошие, да? Лимоны, кстати, тоже дозревают. Они берешь вот такие вот как-то лимонные, но потом, когда они полежат немножко, они очень желтенькие становятся. И с них гораздо лучше сок идет. Что у нас по курице? Кто-то где-то нашел, я вижу. Фарш. Давай, идем за фаршем. Курица, я вижу, только по 3,49. Это получается... Да нет. Это не органик даже, да? А, по $1.72. Так все, старая цена нормальная. А по 3,49 что это за грудка? Не могу понять. Ну вот нормальная грудка, такая как мы берем по $1.72, это хорошая цена. А ножки вообще по 92 цента. Так что все, мясо в достатке. И красное мясо все есть. А детям понравились Маришкины котлеты с турки. Поэтому берем вот такой фаршик. Он по 2 лотка идет. Пакетик не надо тебе, да? Не, не надо. Поехали дальше. Что еще будем цеплять? Может, нам рыбу цеплять. А, наш постоянный зритель, Алекс Юткович, если мне не изменяет память, сказал, что он бы в этом ряду лег и остался. В сырном. Да. Только мы в костке показывали сыр. Да, вот этот вот захватим, давай колбасу. За 9,32. Там было очень много сыра. Он, короче, наверное, любитель большой. Кинь ее куда-нибудь, Зай. Слушай, так и место подбираешь. Зай, ну ты смотри сама. Пойдем, пойдем. Ты так со мной советуешься? Ну, решил, чтобы ты подумал, что ты сказал. Как будто я меню себе составляю. Так пошли, мы же рыбу прошли. Идем назад, пошли. Ой, здесь есть та водичка, которую Таинка любит. Надо эту водичку. Давай купим. А теперь мне надо пакетик. Блин, сегодня как-то много людей, да? Как-то вообще. И вообще у нас вроде маски отменили, но в магазине не отменили. Поэтому пока гуляем в масках. Пойти? Сейчас тебе принесу пакет. Короче, рыба по 8,98 за рубль. Пошел за пакетом. Пока иду за пакетом. Вот еще грудка по 3,43. А это вот фаршик, что Маришка брала. По 10,98, 2 по 2,5 паунда. То есть получается за 5 паундов 10,98. Сейчас во всех магазинах есть очень интересный аттракцион. Называется «Попробуй открыть пакет». Когда ты в маске, не дунуть в него, не плюнуть. Ты бы рыбку положила, Зайка, потому что сейчас будешь упражняться в открытии. Я не понял, как ты это так сделал. Быстро. Тренировки, Сережа. Профессионально. Все, не, кидай ее туда. Я возьму. Короче, тогда плохие пакеты были, которые не открывались, я думаю, да? Стой. 4,98, а в Walmart все по 9 или по 10 долларов было, да? Ну. Мы идем искать десерт и сырки. Русский, да, сыр я вижу. Десертов не бывает. Так вот странно, вот он тогда в торце стоял и нету. А вот смотри, какой-то есть карамельный флан. Но это мы точно не будем брать. Не, давай не будем. Короче, берем русский сыр. Но лучше бы в нем было 12 этих. Ванильных. Дети потому что лучше. Клубничные как-то не находят отзывов у наших потребителей. Они так себе. Они вкусные, но они уступают ванильным. Зай, может, давай зацепим баночку сока, пускай стоит. Зай, есть еще сок, не нужно лишнего. Не бери, все равно приедем скоро. Ну, скоро не скоро, мы же так редко вот ездим. Там водичка. Там водичка? Ну, пошли за водичкой. А я бы зацепил, поставил. А ты не дыши, дыши через раз. Да. Тяжело дышать было в барбере. Вот эту ты хочешь? Нет. Какая? Нет. В железных баночках? Да. Ну, да, молодец, она хорошую водичку любит. Сан-Пел Эссенса, да. 14,98. По-моему, такую или не такую, Сереж. Сан-Пелегрино, все такое.
А это не так, может, это не такая? Нет, вот Сан-Пеллегрино, да, все правильно. Такая. Нет, зайка, она любит другую, на М там, по-моему, называется, в Костке. Блин, ты там в Костке поедем? Давай в Костке посмотрим. Давай тут тоже посмотрим. Круиз продолжается, вода оказалась не той серии. Сосиски сегодня точно не берем или уже подъели? Не, за не берем. Там не берем? Ну идем. А что берем? Какие-нибудь вкусненькие. Я вижу уже, что мы берем вкусненькие и наконец-то сделаем распаковку уже. Короче, я не знаю, это третий. Ну лучше, наверное, не обещать. И, кстати, эти шкурки дети особо и не это самое, не точат. Дети не хотят. Они только в конце их подточили немножко, а так, в общем-то... Да. А шариков все равно хранят. Бери. Как нет? Давай пройдем, а вдруг есть. Так, шкурки взяли, 5,98. $6 за банку сала жареного. В общем, это ряд снеков, ореков и прочие шляпы, и печенье. И вот тут очень много всякого мяса, вот такого сушеного есть. Это, конечно, наверное, очень вкусно. Мы как-то не любители его. Оно очень жесткое и какое-то всегда сладковатое, да? Да, мы пробовали. Оно такое странное. Может, мы не можем найти свое какое-то. То, которое хотим. А шарики вот в этом ряду, наверное, будут, зайка. Нет. Блин, нас кинули с шариком. Ну, сейчас. Может, такую банку печенья зацепить? А? Не хочешь? А, не мог эти. Орео. Не Орео, Кисесы, то есть эти Хершейс. Так, а мы будем какие-то конфетки брать? У нас же поступил заказ. Не на Мэндэмс, он на скидку заказ поступил. Ну, а мы его здесь будем брать или в Костке? Какая разница, давай здесь. Он здесь не дороже, мы же в прошлый раз, по-моему, видели, что он на доллар дороже, зай. Давай зацепим Skittles. Вот как-то на Skittles, мне цена больше нравится, чем на M&M's. Да? Ой, смотри, красивенькие появились. Какие? Патриотичненькие. Так, а мы уже покупали. Мы их уже съели. Ну, не дождались праздника. Короче, мы брали вот такие конфеты. Ну, в общем, да, у них такой немножко... фруктово-химический вкус, не знаю. Химическо-фруктовый, да? Не зашли они. Я ожидал от них чего-то другого. Зай, ну M&M's лучше там посмотрим. Смотри, здесь весь по $11. А что у нас на этот сейла нету? Вот, кстати, вот и это тоже там посмотрим. Здесь мы можем только знать, что давай, во-первых, тачку отдай. Во-вторых, посмотрим, если вдруг на Сникерс есть сейл, то можем сникерснуть. Но на Сникерс сейла нет. Поэтому подождем. Подарим. Сникерс? А что, у меня день рождения, что ли? Ты сколько раз здесь не цикаешь? Так что ты ходишь и смотришь на него? Давай пачку бери. Вот этим, беленький. Не, наверное, зай, бери разноцветный. Там и белый будет, и... Будет там белый, нет? Синенький. Какой-то. А посмотри, там где-то должен быть ассортимент. Да, ну тут вот он, наверное, оранжевеньких два, цветных два и два. Не, оранжевеньких четыре. Белого не будет? А, вот они нарисованы, три вида. Да. Шесть таких и шесть таких. Шесть? Тут 12 пачек? Да. Прикольно. Ну давай, значит, без белого. Белый в другой раз. Будем скидкать. Да, идем на кассу, раз вы больше ничего не хотите, раз у вас больше ничего нету. Сникерс целовать не хотят. Нет, зайка, я ему делаю коктейльчик хороший, это все ерунда. Это все делается из большой банки. Идем на самообслуживание, я так понимаю, да? А что бы нам само не обслужиться? Все, расскажем на выходе. Все, мы закончили. Все само пропикали. Марина дерзит.
Короче, получилось у нас $175.42. Еще мы добавили вот такой замечательный арбуз. Короче, сам ярко-зеленый, попка желтая, да, прямо на попке. Я думаю, что он будет правильный, потому что это его, так сказать... У меня, наверное, начинается кислородное голодание. Арбузное голодание? Нет. Ну, потому что очень жарко, конечно, и в маске не очень-то. Вот, а что я хотел сказать? А, арбуз сколько, зайка, за штуку? Пять? Короче, $6, грубо говоря, за одну штуку, за один арбуз. А я такая вообще дерзкая, я в школу пошла без маски, иду, такая улыбаюсь и думаю, что они на меня все так смотрят? Это как я в магазин ходил. А потом, короче, дошла до офиса в школу и думаю, все ясно, разворот. У нас дети закончили учебу. Марина закончила учебу. Да. Мы оценки уже знаем-то или нет? Все, эй, все пять предметов на эй. Поздравляю. Даже история. Молодец. Спасибо. В общем, выдала так выдала. Думали историю вообще бросать вначале, да? Ну. Но потом Маришка собралась с мыслями и решила, что пускай ее историк бросает. Если хочешь. Да. Вот, ну все. Сейчас мы двинем в Костку, если не поленимся. Я не знаю, если там будет очередь, зайка, блин. А в очереди тоже ж маски, наверное, стоят. Ну. В общем, об этом вы узнаете в следующем видео. Пока-пока. Вы были на канале. Не забывайте, обязательно подписывайтесь, колокольчик, чтобы не пропустить новую серию, и поделитесь с кем-нибудь из своих знакомых. Потому что это наша фишка. Только не говори об этом никому. Все, пока. Пока-пока.